Это уникальный турнир, который подводит большую работу, которую мы проводили в течение года. В течение года во многих регионах наши команды КПРФ принимали участие в различных соревнованиях, причем в некоторых регионах у нас по несколько команд КПРФ. В целом по стране их уже более сотни. И вот лучшие команды из 24 регионов приехали в Москву, чтобы определить победителей среди команд КПРФ, которые участвуют в соревнованиях в своих регионах. Я должен сказать, что ситуация сложилась в этом году такая, что желающих приехать в Москву и участвовать было много больше, порядка 50 регионов. И, видимо, на следующий год нам придется проводить по зонам отборочные соревнования. Лучшие команды приедут уже на заключительный этап в Москву. Очень радует большая география, много участников, прекрасное настроение. И уже до официального открытия прошло несколько матчей. Я считаю, что уровень, который показали ребята в этих играх, очень высокий. Я посмотрел игру команды Омска, команды Тюмени, команды Калмыкии. Очень хорошие команды. Поскольку турнир этот третий, поэтому команды, которые претендуют принять участие, знают, что уровень на самом деле этого турнира очень высокий. И те, кто чувствует, что они могут все-таки более-менее на равных бороться на этом турнире, они делают заявки. Ну и плюс, мы же в течение года, для нас же это не новые ребята, мы же их всех знаем, и мы, в общем, уже знаем, в каком регионе, где у нас команды, какого уровня. Поэтому с учетом вот этих двух обстоятельств мы проводим отбор. На каждом турнире мы стараемся отобрать молодых ребят, которые, в общем, имеют возможность на самом высоком уровне играть в мини-футбол. Я могу привести пример первого нашего турнира, когда в липецкой команде мы обнаружили молодого парня, Олег Кручинин, я его помню, и мы перевели его учиться в Москву, в техникум. Первый секретарь Николай Васильевич Разворотнев курировал его. И он сейчас играет и в нашей дублирующей команде, которая стала чемпионом России. И стал, в общем, одним из игроков самой нашей ведущей команды, которая играет в Суперлиге.